Здравствуйте, еще раз с Днем города вас. Вот, скажу вам такие истории и сказки интересные. Не сказки, а на самом деле, вот пошел Андрюха Иванов напротив юбки юбилейного 20 спорта юбилейный, стоит кафешка, где все росписи, там Иванушек, не Иванушек, хуянушек. Но самое главное, я там познакомился с Юрием Ивановичем Шевчуком. Юрием Ивановичем? Да. Вот, кстати, с кем я не знаком, это все Юрием Ивановичем. И мы... Вот. Вот. Крематорий. Ты дрянь, да? Подожди, а ты про дрянь. И да, и дорогу. Мы так с ним нажрались, и так было весело. То, что так нажрались, что мне не было ехать на такси домой. И в итоге я попросил у Шевчука, я говорю, Юлианович, дай мне денег в долг. Он вызвал такси и ничего не заплатил. А Григорян здесь при чем? А Григорян, дело в том, что я с ним познакомился у Антона Шлея. Ну, Шлей это... А что и с Вахой, Артур Вахой, я тоже познакомился. Вот Ваха наш. Да, это кстати, наш. Кстати. Вот здесь ты этот момент знаешь, что... Ты осторожнее, там угол. Ты сейчас вот Артур Ваха, кстати, принимал участие в придумывании пса Лео, когда в Пурге с лицедеями. Артур Ваха, Антон Шлей, Сергей Порощук, они хотели снять фильм «Крик воробья», но не хватило. И там еще и Леша Вишня был. Можете набрать, вот «Крик воробья», реклама, вот, ну, там все наши. Ну, Шлей, ты меня удалил из друзей. Да пошел он нахуй вообще. Не, не надо. Соколков у нас в друзьях, папа... Антон Соколков мой самый лучший друг, потому что он... Анатолий Соколков. Да, Толя. Дядь Толик Соколков, конечно же. Я же это... Дядь Толя вообще левую книжку подписал. Мне не надо подписывать, мне просто... Ну дядь Толя и дядь Толя. Конечно. Беломор канал курит и все. Беломор он курит. Ну, дядь Толя, дядь Толя. Сергей Галанина я очень хорошо знаю. Ну, ты еще про Галанина мне расскажешь. Ну, Галанин, это же вообще легенда. Это реальная легенда, которая хорошо исполняет, хорошо играет, хорошо поет и все. Слушай, а мне на самом деле у Галанина нравится, где они с Гильзой пели песню. И где Люмьер на гитаре играет, где все. Ты видел это? С Кинчевым где? Нет, с Кинчевым. Нет. С Сукачевым, скорее всего. Нет там Сукачева. Ну, вообще-то Галанин начинал с Сукачева. Гильза, Галанин, да. Ну, все остальные, ну, блин, ну, ребята, ну, возьмите, вот, мне на самом деле, вот, с Гильзой вот этот клип очень нравится. Хотя, на самом деле, почему-то его не очень все хвалят. Здравствуйте все. Чем окончен огонь? Ладно, я получил свою новую роль. Нет, ну мы когда-нибудь смонтируем фильм. Ладно, спасибо. Пожалуйста. Дальше продолжаем. Еще раз. С Новым годом. С Новым годом, да. С Новым годом, так с Новым годом. И днем рождения, Санкт-Петербург.